Женщина, здравствуйте. Мне просили самую красивую здесь передать букетик и с 8 марта поздравить. Спасибо большое. Наступающим. Спасибо вам огромное. Я гостья вашего города и очень приятно. Откуда вы к нам приехали? Из города Кирова. Вот. Как вам Барнаул? Отлично. Отлично. Ну все, с наступающим. Хорошие люди, спасибо. Здравствуйте. Хотим написать статью о самой красивой улыбке в городе. Дадите нам интервью? Ой, я не знаю. Ладно, это вам с праздником. Спасибо большое, это очень приятно. Девушка, можно вас предупредить, пожалуйста? По этим улицам ходите аккуратно, ладно? Просто не хочется, чтобы голуби такую крошку съели. Спасибо. С наступающим. Спасибо вам. Вы самые замечательные, спасибо большое. Поздравляем. Вообще очень неожиданно. Ну смотрите, аккуратно, аккуратно ходите. Девушка, это не вы снимались в фильме «Красотка»? Нет. Но это все равно вам. Спасибо с праздником. Большое. С праздником. Спасибо. Девушка, здравствуйте. Подскажите, а вы случайно не магнит? Нет. Просто контакт тянет? С наступающим 8 марта. Ой, спасибо большое. Просили передать букет самой красивой девушке. Спасибо. Да, это вам. Кто просил? Там, сверху. А вы сегодня во сколько встали? 8. 8? Так солнышко же в 6 утра встает. С наступающим 8 марта вас. Спасибо. Все, не грустите, чаще улыбайтесь. Вы слышали главную новость последних дней? Ну, вас последний день, да. 8 марта, весна. Да, и еще помимо этого, то, что у вас самые красивые глаза. Спасибо большое. Это вам. Ого. Поздравляем. Спасибо большое, очень приятно.